самое обидное, что это же свои люди, это своя страна. Геноцид полный. Это полный геноцид, это маньяки, люди маньяки. Я по-другому не могу сказать вообще, у меня нет слов по-другому. Конкретно город Мариуполь и его жители не воспринимают как своих, они, ну, даже не знаю, говорилось слово «живой щит». Сказать людям «проезжайте», а потом стрелять им в спину, ну, подлее, наверное, ничего не придумаешь. Уже сегодня просто случайно узнали, что есть какой-то коридор через там, море, не могут выскочить. Чудом, вот на свой страх и риск, вот это вот семью брал и ехали на удачу, вот это вот. Расстрелять, ну нет, значит нет. Знаю, это рассказывали, что доезжали, кто-то пытался выехать. Отбирали детей, машину стреляли вверх, возвращали назад. Танк ВСУ, Вооруженных сил Украины, на Комсомольском бульваре есть, там у нас такой на углу дома ездил и наводил просто прямой наводкой, стрелял по жилым домам. У меня есть подозрение, что наша Украина обстреливала же мирных жителей, потому что ДНРа еще на территории Мариуполя на тот момент не было. Ну, во-первых, они прикрываются мирными жителями, а во-вторых, при выводе мирных жителей они пытаются под видом мирных жителей уходить на нашу сторону. А бомбил кто? Были азовцы. Потому что там были инциденты в городе о том, что ВСУ отходило, а Азов их как бы пытался остановить, была стрельба между ними. Азов не выпускает, расстрелял два автобуса. Они там дети были. Люди кричат, что вы делаете, это же дети. Они сказали, что на войне детей и стариков нету. Это ад. Стреляли по нас. Азов стрелял, Азов. Мы это лично видели. Я лично видела. Пусть все знают, пусть весь мир знает. Азов и правый сектор нас убивал. Просто-напросто, тупо, понимаете? Это фашисты. Это фашисты, каратели, понимаете? Фашисты так не делали, как эти скоты. Азовцы прям гордились тем, что они издеваются над людьми. Это скотское отношение к людям, ну, как бы мы были как пушечное мясо, которым просто манипулировали. Они отстреливались из дворов, с танков, из этих пулеметов. Я могу уверенно сказать, что 85% ущерба городу это нанесли азовцы. Прячутся в школах и в детсадах, получается, они стреляют оттуда, потом быстро убегают. Азов наступает и стреляет на поражение. Куда попало? И на военных российских, и на мирных. Когда текает, он стреляет уже куда попало. И в квартиры, и в подвалы везде. Вот недавно подвал разрушился, много погибших. Вот чуть ниже нашего дома. Еле удалось пешком дойти до блокпоста, чтобы эвакуироваться в Россию. И здесь уже помогли, накормили. Отвозят в города, в какой город захочешь, помогают всем, чем только можно. У нас гуманитарной помощи не было никакой. Все, пустые магазины, все разграблено, все, ничего нет. Мы 3 недели хлеба не видели. Они ждут совсем. А ваши ребята зашли, молодцы, помогли, и паёк нам дали. Русские никого не убивают. Здесь по мирному населению никто не стреляет. Здесь русские зашли, сразу же оказывали помощь. Чтобы вы понимали, эвакуация людей, вот всех, вот это весь Мариуполь, который уже сюда везут целую неделю. Людей достают с подвала, российские солдаты. Помогают, ребята, кормят. Они детям голодны, дают свои пайки. Ребята, мы надеемся на вас, что вы нас немножко хоть защитите. Это были укропы. Когда наши, зашли, когда? Которые, это было 15 числа это было. Во дворе поставили танк. Вот, где хрущевки, на 1000 мелочей, дом 107, вышел и сказал, уберите танки хотя бы на территории со двора, маленькие дети и все такое. Но ему 3 раза выстрелили в ногу, то есть вот так шел, как в кино, и стрелял в ногу ему, то есть видел весь двор, свидетели, кто выжил, ну там много, если кто-то выжил. Я вот осталась сейчас одна, я с Мариуполя, меня ищут, а я не могу никак связь найти, то есть, ну, сейчас, чтобы доедем, передать. Доедем, позвоним, поста связь, в принципе, есть. Вот. Это, и потом как, возвращался домой. Не знаете, кто был? АТОшники, АТО.
это было то 100%, то есть своих стреляли. Грабили магазины, не люди, грабили магазины украинские сперва, власти, вот не власти, а военные. А потом только что оставалось людям, это правда, сущая. И все взламывали, скрывали как специально, стреляли своих укропы. А зачем, с какой целью, как вы думаете? Ну, чтобы молчали. Чтобы молчали, а то молчали, что, допустим, ну как, попросить украсть танк. Следа, вот. Ну, следы пытались. Ну, естественно. И сколько таких случаев у вас на районе? У нас в районе много таких случаев. Да каждый скажет, просто люди боятся. А что уже боятся? Города нет, людей нет. Я уже кого можно похоронила, что бояться? Люди, может, и молчат, кто хочет выжить. Но что тут? Это было при мне. Я рассказываю конкретно случай про свою семью. Это ваш муж? Да, это мой муж, которого уже нет. 20 числа. Он шел на перевязку, и его такая вот дыра сзади, слева легкая попала, все. До скорой не довезли, там уже бесполезно было. Он дышал. Сутки не могли забрать. Просили военных, помогите забрать просто с дороги труп. У него сахарный диабет был, он просто большой. Никто не помог. Ни люди, ни военные, ни... Это такие не а тебе, а тебе, Володенька Зеленский, президент, от всего Донбасса поклон. Дай Бог тебе здоровечко. Спасибо тебе за все, родненький, спасибо. За разбитые дома. Я тебе желаю, ничего плохого не желаю. Желаю, чтобы тебе черти жарили на сковородке. И больше я, и поживи так, как мы жили 7 лет, 8. Внуки все жили, чтобы твои дети так жили. Понимаешь? Тебе евреи руки не подадут. Тебе никто руки не подадут. Ты демон в человеческом обличии. Петрушка, одетый на руку Байдена, а не на руку даже. Не буду говорить, ты женщина, ну все взрослые понимают. Вот тебе поклон, это от меня тебе, это тебе от Серого с Мариуполя. Слышишь, ты зачем кланяешься этому говну? Ой, простите. Клоун. Клоун самый настоящий.